Александр Иванович, поздравляю с победой. Хочу вас попросить традиционно прокомментировать прошедший матч. Во-первых, важна победа, она в психологическом плане. Хотя на этих сборах это не главная задача. Главная задача подготовки к сезону. Дали возможность поиграть всем игрокам, которые были на данный момент здоровы. Вот. Получилась игра достаточно такая кусками рваная. Какие-то моменты понравились, какие-то моменты очень. Но, тем не менее, все получили равномерную игровую нагрузку. Последняя игра с Балтикой, которая состоится 19 числа. Здесь уже так более оптимальный состав, который так, будем говорить, основной, с учетом того, что есть определенные проблемы. Там травма Нежелева пока беспокоит состояние Дубровина. Но в целом, в общем-то, вырисовывается костяк и состав, который пойдет в сезон. Есть положительные моменты. Так можно похвалить хорошее состояние игроков, эмоциональное, в общем-то, и подача. Ну, содержание сегодня поле не лучшего качества, потому что несло определенные коррективы. Но, тем не менее, играть надо на любых полях и делать очень правильно. Александр Иванович, не показалось вам, что логичнее было бы, если бы мы первый тайм выиграли? Ну, по содержанию, да. И, в общем-то, не хватало даже где-то последний пас, качественный пас последний. Ходили в хорошую позицию, в общем, почему я сейчас строим игру, чтобы чаще вскрывать фланги, в общем-то, но последний пас, он был, ну, так сказать, не хватало исполнительского мастерства. Хорошие позиции, в общем, первый тайм более цельная игра, естественно, состав чуть-чуть посильнее, потому что второй тайм были новички, которые выходили. Но это нормальный процесс, у меня сейчас важны куски, в общем, отдельные куски, еще дальше, в общем, улучшать и дальше двигаться. Большое спасибо.